потом все равно покинем это место. Да, здесь у нас никого нет так-то. Никого-то упускать. Просто посмотрел. Так, ну ладно, это все. Уходим отсюда. Так, как бы через добрались-то? Хрен пролезешь. Придется это обходной путь искать. Что-то аномалия-то здесь у нас. Ты не пойду, где, конечно, аномалия. Я что-то не вижу. Невидимо какая-то. Так, так, выход ищем отсюда. Ладно, все, уходим. Конец отсюда, из этого места. Все так-то. Теперь можно сюда ходить, больше здесь нечего. Смотреть там. Что там застрял-то? Так, один у нас. Так, что? Нифига себе, какой там. Ух ты, навес там уже. Накинули себе, конечно, хило. Да, что-то, конечно, я там. А, вот это не нужно накидал, потому что повыкидывать здесь. Гранат слишком много. Чем слишком много гранат, конечно, себе взял. Не так их не использую, они сейчас меня будут. Вообще, надо бы, конечно, все гранаты выкинуть, что-то их использую все равно. Это меня не так сильно нужно. Тоже броню можно выкинуть, что-то на мне. Скелет, не думаю, так пригодится я потом. Конечно, починить его жалко нельзя, но может потом еще будет приобрести, найти экзоскелет. Ладно, излокаться. Так, что здесь тайничок есть? Хотя, по-моему, здесь в этом месте тайник у нас был в оригинальном сталке, или в чистом небе ли было, что чисто небе. Вот в чистом небе вот здесь тоже можем побывать, хотя нет. А может, здесь в этом месте тайник-то? Ну просто лежал. Так, теперь что-то как-то убраться еще при этом. Где это место-то? Я мимо прошу уже. А, вот она. Проход-то. Все, уходим с этого места. Так-то. Покидаем эту локацию. Хотя, может, конечно, ничок сходить, да, за ничком сейчас сходим быстренько. А, так, а, чтобы такой скинуть. Тихо-тихо. За скелет надо снять, конечно. А, уже веста. А, конечно, этот комбинезон, да. За я его взял. Черт. Много чего взял, конечно, но про главное придется так походить. Ладно, что, ну туда я там не пойду. Хотя там, возможно, зомби, мышки побегают. Там хотя бы на них патрон потратить. А, враги какие-нибудь будут враги, возможно. Так, Таник нас, по-моему, где-то здесь, вот, под этим мостом. Посмотрим по карте. Так, сейчас, где-то. Ну да, вот он. Положили ящик в машину возле болота. Сейчас мы, думаю, заберем Таничок. Посмотрим, просто посмотрим, что у нас там. Просто так лежит. В другие места я там не буду ходить так-то. Ох, аномалия здесь. Ой-ой-ой, черт. Ну, хотя так-то нет. Ой, к чему подхватили-то? Так. Ой, она еще. Блин, она увеличивается, сранка. Все здоровье, Сэри. Да нет, туда идти, конечно. Ты, блин. Скотина. Да, что-то. Хотя там не знаю, где-то вообще тайник находится. В каком где-то. Машину. О, блин, да, конечно, радиация такая, что жесть полная. Да. Ладно, ну попробуй сейчас, конечно. Хотя нет, там не получится, мне кажется, будет радиация там все равно, да. Будет нехило радиация-то. А, вот он таник-то. Ну, здесь, конечно, аптечки. Патроны. Но много чего полезно, конечно, да. Что-то быстро снимать его.
Нормально теперь. Ну, ладно. Так уж не все забрали, но остальное нам так не сильно прямо нужно. Можно, конечно, сходить сюда, плюс еще там. Но зато там, конечно, в лаборатории не попасть, потому что нас блокировано. Дверь туда открыта, но попасть мы туда не сможем, увы. Жалко, конечно. Надо посмотреть, все-таки будет. Для разнообразия. Так, у нас здесь врагов вообще нету. Домов, мне кажется, вообще уже все зачистили. Данная локация. О! Это снова тоже ящик висит, который в воздухе. С патронами. Так. Или он просто висит там? Пустой. Ха, в этот раз пустой. Так, ты оказался. Так, вот у нас наверх путь, да, где вниз-то? Да, вот проход. Сейчас таки проверю. Смотрю, что у нас там есть. Хотя я нашим эту локацию уже полностью зачистили. Угодно здесь не встречает. Не встречается. Ну да, будет открыт. Пройти все равно не получится. Да. Так-то все, думаю, да, может теперь за эту локацию ходить, так-то мы здесь все смотрели. В другие места заходить, наверное, не будем. Все равно, не важно, чем мы эту территорию зачистили. Ой, блин, че. А, смотри, какая-то еще кто раскидал-то. Я на его прямо оттуда, что ли, прилетел? Я все-таки разбил ящик. А, наверное, на точно, наверное, отсюда улетел вот сюда. Таким образом. Отлично, монстр повстречался. Наконец, хоть какой-то. А то думал, так и будет. Тишина и покой. Так, берем. Аптечка берем. Здесь, конечно, полно патронов, так-то здесь, конечно, все мне патроны не нужны. Снайперские винтовки. Ладно, возьмем так, думаю. Патрон возьмем, гранаты не будем брать. Так, что ты перист, что ли? Так, что здесь еще есть? Тройка. Вот эти берем. Так, а снайперские винтовки? Нет, не нужны. Ну, остальное так-то хотим отдать с того ящика просто, который у нас в воздухе висел. А, вылетел сюда просто. Таким-то образом. Так, что он здесь есть? Может, ничего не улетело никуда? О, еще ящик. Ну, это пустой. Здесь, конечно, можно понять, какие ящики. К ящиках что может лежать, или они пустые будут, или они там заполнены будут этим полезными патронами, там, аптечками и так далее. Сейчас мы-то выкинем все-таки лишние патроны, то мне не нужны, эти оставим. Мяти тоже. Снайперские винтовки мне не нужны, я думаю, хотя можешь, конечно, оставить, продать. У нас пулемету. Хотя, думаю, чем не снайперская винтовка так-то. Если что есть нужно. Может, конечно, против бюреров, но у нас бюро... Нет, против бюреров лучше применять оружие вот это. Так, зато прицелом можно легко, в общем-то, снять. У нас тот же оружие с прицелом, так что... Оно много раз лучше, ладно, пусть валяется. Думит он, вдруг кто-нибудь придет и пригодится. В каком-то там сталке, конечно, окажется. Хотя, в общем, что угодно может произойти в данном случае. Так, ладно, все, уходим отсюда до локации. Можешь, конечно, сходить еще в ту сторону, но там у нас, да, тоже враги могут быть. Но... Нет, не пойду я. Так-то мы здесь все разобрались, там, в той стороне мы зачистились. Что у нас там еще? Погоди. А, это кабанчик сейчас распит, что ли. Ну все, тогда идем. Так, что здесь на радиация? Обойти бы все это с другой стороны осторожненько бы. Ну, теперь там идем вот так вот, идем на локацию свалка, там немножко тоже полазим, ну, по пути к заводу Росток локация. На той локации завода Росток мы там пополним запасы, кое-что продадим лишнее, кое-что прикупим, чтобы пройти дальше уже по сюжету к ЧС более-менее готовыми. А, и плюс еще, наверное, надо подумать, уже будет пойти ли все-таки локацию на Янтарь, там ли полазить, или пойти сразу на ЧС, то есть в сторону ЧС, там, в общем-то, обследовать локации, там, армейские склады, потом
локацию радар, где у нас выжигатель мозгов, потом уже там Припять, ЧС, ну и так далее. Так, еще артефакт, смотри-ка. Боже, каши в бес слишком много. Хотя нет, нормально. Я просто что-то... Просто быстро без... Точнее, выносливость потратил все-таки. Ладно, сходим, возьмем артефакт. Потом мы всех продадим. Если уж лежит, что на него не взять. Так, а может у нас проход есть все-таки? Другой проход к территории Темной долины. Ой, точнее, свалки-то. Да, с той стороны может повод зайти, получится. Проверю-ка. Ой, черт, фокмарика блестит. Сейчас посмотрим. Да-да-да, точно тоже проход есть. Или это тот проход, который я... А, ну как раз он есть, тот проход. Я, кажется, вообще даже хотел мимо пойти. Ну да, точно. Это у нас единственный проход на ту локацию. Ну там, конечно, можешь там сходить, но... Туда, точнее. Ну там, не думаю, ничего интересного у нас не попадется. Кроме монстров, конечно, которых... Можешь потратить потом на них, но... Ладно, не будем их зачищать, так-то мы все равно эти туры зачистили полностью. Идем в следующую локацию. Отправляемся в локацию Сывалка. Немножко по ней тоже побегаем. По пути к заводу Росток. Ну и думаю, тем самым я думал, на том перепуте, где у нас будет проход на две локации, на армейские склады и на дикую территорию, там, я думаю, я закончу пока запись. Так, чё, как это выйти? Нет. Почему это выйти? Нет. Так, здесь уже радиация сильно. Да быстренько идти отсюда. В общем-то идем, уходим с... окончательно с этой локации. Немножко здесь полазим. Так-то ее полностью обследовать точно не будем. Уж я так полно много все хорошо с патронами. С аптечками в том числе. Все нормально. Со мной можем прикупить. Много чего пособирали, артефактов и так далее. Что можно продать-то? Что-то нехило, конечно, мне потом нахваталось. Так, где мне тут? А хозяин, не знаю, пригодится. Да. Так, ну чуть-чуть-то снизилось. А, нет, все нормально, все полностью снизилось, отлично. Ну все, идем. Осматривать ее то точно полностью не будем. Все необходимое у меня есть, так-то здесь нам каких-то основных задач нету. По сюжету. А с остальной это так, можно. Я так-то здесь всю территорию осматривал и в тени Чернобыля в оригинальном. Сталкер, когда проходил его. Мы данную модификацию проходим лишь только для того, чтобы посмотреть, что новенькое, чего не было в, оригинальном сталкере. Тень Чернобыля. А не какой-нибудь там старые вещи, которые мы тогда до этого можно посмотреть в оригинальном сталкере увидеть. Так, ну не, пусть это и остается. Больше нам не пригодится, наверное. Да не, наверное, точно не пригодится. А это очень такой транспорт, потому что на этом транспорте там можно покататься лишь только по свалке, по темной долине и по неигропрому. Можешь никуда не попасть, не, на ней не попасть. Можешь никуда мы на ней не сможем проехать. Чё-то я на малю еще не попал. Надо его войти осторожненько, чтобы нас не зацепило. Чё-то я не туда зашел. Задумался, разговорился. В общем-то все, идем на локацию бар Сорингена или завод Росток в том числе. Все, теперь нам немножко будет придется кое-что продать, кое-что закупиться. Дальнейшее обследование других локаций. Уже к финалу данной игры, данной модификации. О, так, тихо. Немножко лаганул что-то. Бывает такое. Скачет FPS иногда. Хотя до этого что-то на свалке на темной долине там таких скачков-то не было, то все нормально работало. А здесь еще вдруг начало скакать. Что там по этим-то? Ну, все нормально. Так-то мы сейчас скоро, пока я думаю, скоро закончу запись данного видео. Мне так могут сейчас там дубль будет. Записано, видите, получится ровно 20 минут. Просто я там, тем самым, это, ту серию, какую-то по счету уже 8-ю, что ли, серию, дозаписывал, и она была не полностью записана. Так, что-то лагать-то сильно такая. В чем дело-то? Опусти оружие. Хорошо. Опусти оружие. Угу.
Ладно, берем, берем, не волнуйтесь. Пошли-ка дальше. Так, здесь, наверное, тайников никаких нету. Смотри, мы все-таки. Нас Вагнер тоже нету. Хотя, может, они были. Были там. Какие-то. Да нет, так, не буду я какие-то никиты здесь пошискать. Да и нету. То есть, да их нету, тайников-то. Все, может, смогли, нашли. Может, на этой локации есть. Ну да, будем как раз в этом месте, потом мы остановимся потом. Записи там же. Кое-что скажу насчет того, куда нам пойти дальше. Какие локации будем обследовать. Помянем. Хороший был стол. Если бы кто помог. Так, отлично. Так, дай-ка жучку сюда. Мы тебе много чего продадим. Так, ну это, конечно, можно, думаю, продать. Так-то скелет, хотя нас там. Так, ну, по-моему, можно будет заново это лучше некий скелет провести, нет? Да-да-да, можно. Заново модифицированно провести. Так что нам эти брони, думаю, даже не нужна. Скелет так нормально, думаю, хватит. Да и бегать туда, по сумме, некуда туда, куда торопиться-то. И не так прям уж много им осталось пройти. Данная модификация. Ну, так. Еще разок помянем. Продаем по очереди все эти артефакты. Если кто помог. Много чего. Наберем, думаю. Много чего полезно. Так, это, конечно, ладно, все это пока нам нужно сильно, нужно. Все эти оружие нам, думаю, так и оставим. Ничего новенького приобретать не буду. Мне это сполна хватит. До конца игры. Так, продадим вот это. Нашли уж. Так, аптечки все оставляем. А вот это продаем. Ненужные. Гранаты, думаю, тоже. Чуть мне слишком их много гранат. Мне так, думаю, их вообще не знаю, хватит. Точнее, нужные будут для уменьшить гранаты. 20 штук оставим. Там все равно их попадутся в любом случае по пути. Ой, так, дробовик патрон тоже не нужны. Так, ну что мы приобретаем-то, во-первых? Экзоскелет дома. Да, нам хватит экзоскелет еще один. На всякий случай. Может, кашет нет, это мне дома не пригодится. Пулемет патрон у нас пулемет тогда есть. Какой-то у него состояние нормальное. Значит, будем так, это у нас тоже нормально стоит. Они не поломались пока. Так, да-да. Так, вот гранаты нам не нужны. О, поствольника. Ну, пусть прибавится. Так, вам таким в таком случае. С патрона так будем прикупать. Прикупим, точнее. Так, за скелет есть. Запасной. Ну, аптечек можно. Хотя мне так аптечек полно. Патрончики. Ты меня уважаешь? Ну это, конечно, нам, думаю, не нужно будет, хотя. Да, думаю, так хватит все. Да ладно. Ты меня уважаешь? В случае будем их тратить очень эффективно. Пригодятся того. Так, что здесь еще есть? Но это нам точно не нужно. Если кого с винтовку мы найдем, то только лишь на ЧС, наверное. Монолитовца получим. Так что это пока бесполезно. Не нужна сильно. Ну вот так, хватит. Это скелет пока дома оставим. Тут на всякий случай приобрели. Может здесь, конечно, что-то лишнее продать. Вдруг ничего вес еще наберется. Так ведь нету. Они с весом все нормально. Ну да, все нормально с весом-то. Так что ладно. Это запасной у нас будет. Каким-то образом. Все остальное нам так хватит полна. Патронов там вдоволь набрали.
Да, 900 патронов. Но это тоже 50 хватит. Пулемет, сколько количество патронов-то набрали. Очень такое мощное оружие. Ну вот так все оставим. Поставлю, сколько снарядов есть. Так-то все, думаю, да. Что могли набрали, все же не скинули. Тем самым будем неторопливо идти. Че торопиться-то? Куда? Некуда, мне кажется, торопиться-то. Осталось не так прям уж много локаций обследовать. Это у нас и армейские склады, радар, по Репети, ЧС. В том числе, ну, плюс еще, наверное, лабораторию эту. Последнюю там, какую, по номерам-то. Х-19, нет, Х-10, по-моему, Х-10, да. Где-то у нас выжигатель мозгов находится. Который мы точно, думаю, в любом случае будем отключать. Чтобы дальше пройти. Ну, к этому не пойдем долго-то. Здание дополнительное мы здесь в этом прохождении модификации не будем выполнять, потому что они все. Все эти квесты дополнительные, они лишь только лишь повторяют все те квесты, которые были у нас в оригинальном сталкере Тень Чернобыля. Я их все проходил в том прохождении, в той игре. Такой смысл их проходить, у нас так все патронами, все нормально. Так, ну что ж, идем тогда к тому месту, где пока закончу запись. А там мы будем, в общем-то, решать этим самым. Ну, вот так я думаю скажу. Сейчас подойдем к тому месту, как только. Так, долго цена здесь находится. На этом месте, вот они на этом месте мы сейчас закончим пока что запись. Думаю, пока что. Там еще радиация. Сохранимся два раза. Все. И вот на этом месте, пока мы закончим запись, в общем-то, прохождение моего модификации сталкера Тень Чернобыля, которая называется «Зона поражения», первая часть. И вот в этом месте скажу себе так. В общем, пишите в комментариях тем самым, куда нам дальше пойти. Либо пойти в дикую территорию, там обследовать эту территорию, локацию, дикая территория. Обследовать локацию Янтарь, в том числе, и лабораторию Х-16, или как это называется, в которой там у нас этот... плавает мозг-то, где у нас, в общем-то, это поле очень опасное, аномальное поле, пси-излучение-то работает, где полно там зомби, в общем-то. Либо пойти территорию уже дальше по сюжету, там, обследовать территорию, то есть армейские склады отправиться, либо там обследовать эту территорию, локацию ту, и отправиться дальше по сюжету, там, локация Радар, Парипети, там дальше уже по ЧС. То есть, либо туда идти, либо в эту сторону идти, либо в эту сторону идти. То есть, в общем, пишите в комментариях, куда идти лучше. Что нам начали обследовать, либо сюда пойти, а либо идти дальше по сюжету, там дальше, в ту сторону. Хотя, как бы, туда там нам не нужно вообще, можно и не идти, ну, просто, если хочешь, чтобы, если, в общем, кто-то хочет из моих подписчиков, чтобы я обследовал его территорию, то там у нас, в той стороне, что у нас там находится данная модификация. Просто показал, что у нас там есть. То, в общем, пишите в комментариях, если хотите, чтобы туда пошли, по сюжету. Там все обследовали. Закончили, наконец-то, проходите данную модификацию и перешли к следующей. Какую-нибудь там зону Припяти, зону поражения, вторая часть, либо народной солянки той же, или там какой-нибудь еще, или тоже Лост Альфа прошли. То, в общем, пишите в комментариях. Либо туда идти, либо сюда, либо в эту сторону. В общем, ваше мнение очень мне важно. А это пока что все, с вами был Михаил, увидимся в новых сериях прохождения данного прохождения и других видеопрохождениях. А это пока что все, с вами был Михаил, всем удачи, до скорых встреч, всем пока, до скорых встреч.